Эй, зацени-ка. Это твое. Самое важное, не трогай спусковой крючок вообще, если не понадобится кого-то застрелить. А уж тогда... Нас держит по мушке! Жми изо всех сил. Сообщаю, по нам открыли огонь! Смотрите в оба, нас будут искать все копы в этой стране. Большой Ник, гангстокоп собственной персоной. Жертвы? Четверо погибли, семерых везут в больницу. Как я понял, он плохой парень. Давай так, сдаешь всех сбежавших засранцев, а я врача вызову. Я не стукач. Йоу. Ему не помочь, сынок. Есть проблема. Преступление-то солидное. Изучайте врага в лицо. Наших накрывали только вот эти ребята. Случайные воры? Ну уж нет. Для них ограбление, как наркотик. Если кто рыбнет, застреляй. Усек? Рано или поздно понадобится доза. Ты в норме? Нищак вообще! Планы меняются. Повышаем ставки. Федрезерв. Охраняют, как Форт Нокс. Там всегда от 500 до 800 миллиардов, не меньше. На каждом шагу камеры, детекторы движения. Встань через дорогу и потусуйся у здания 2 минуты, и охрана уже готова тебя вздрючить. Его никогда не грабили, поэтому это сделаю я. Идем быстрее. Врубаешься, что это значит? Я тоже член банды, только со значком. А значит, вам конец. Дай жилет. Разве мы похожи на тех, кто будет арестовывать? Не, но я же пристегнулся. Заковать в наручники, тащить в участок. Мы просто пристрелим вас, бах-бах. Плохие парни здесь не вы, а мы. Seem like the whole city go against me.